Народ, привет! Сегодня у нас снова Warcraft. На этот раз я, наверное, в Black Phantom Deep схожу. Давайте посмотрим, что мы продали вчера. Так, значит, копьер-бары мы продали, это хорошо. Perfect Deviate Scale продал, две штуки. Что еще я там выставлял? Wool Cloth золотую получил, Silver Bar. Это я рыбу выкупил по броской цене, две серебряных. А дальше, что это было? А, это ботинки я продал, да? А это... Поушены, которые ускоряют. Дают временно на 15 секунд ускорение на 40. На 40, по-моему, да. Так, значит, у нас есть рыбка. Рыбка. Давайте пока ее пожарим, а то я случайно, может, продам. Посмотрел я предыдущее видео, записанное с помощью эксплита. И мне очень все понравилось. Сейчас снова на мне, как вы видите, глюк. Я становлюсь красным. Вот видите, изначально я не красный, вот смотрите. Вот сейчас я не буду красным, вот видите. Я не красный. Но потом камера почему-то сделает меня красным, видимо, потому что у меня щеки сейчас красные, мне немножко жарко. И она, наверное, цвет лица меняет из-за этого. Поэтому я очень красный, прям как, я не знаю, как орк, демон какой-то. Ну, я таурен. Таурены не красные. Так, рыбу сделали. Рыбу можно оставить, будем есть ее. Смотрите, у нас уже 8 золотых. Единственное... О, кстати, биды поставили на копперы. Два коппера я не продал, там биды. Ну, может быть, кто-то выкупит, я не знаю, посмотрим. Linen Cloths вообще не продал я. Ни одну штуку, ни одного стека. Ладно, мы идем в Ashen Vale. Здесь у нас есть квест, вернее, он был. Сейчас я его возьму, он уже, наверное, серый, но я все равно, наверное, возьму. А где он был? А, на втором этаже, по-моему. Здесь не было. Да, вот он. Это, короче, квест в Ashen Vale. Я тогда его не брал, потому что тогда не шел в Ashen Vale. Сейчас я вначале доделаю все квесты в Бернсах. Там чуть-чуть осталось. Два квеста вроде как. А, это не Ashen Vale. Это 1000 Eagle. Это не то. Так, а что у нас было у босса? Какой-то квест, я помню, был. Или у него уже нет квеста, я сделал. Надо проверить. Ладно, надо качаться. И я, наверное, как раз в Ashen Vale пойду. Там немножко квестов сделаю. И мы пойдем в Black Phantom Deeps. Нет, квеста нет. Ладно, полетел я, короче. Что мне еще делать? Вроде все я деньги забрал за аукцион. То, что продал. В общем, все окей. Единственное то, что я красный, не окей. Ну ладно, я в роли демона сегодня. Сегодня я красный демон. Так, летим. А вначале мне надо в Crossroads, там какой-то квест был. Да, давайте вначале в Crossroads. Там надо с кем-то поговорить, что-то ему принести, какой-то там подарок или что. Venture Core Airport. А, в Stone Talon Mountains же еще квесты. Может быть, туда еще сходить, не знаю. Но там, если я сделаю, то я буду 28-м стопудово. Там реально очень много убивать. 21 гарпию, минимум. Плюс еще потом дадут квест нам элитную гарпию, которая босс. Сверху еще элитный квест. То есть я думаю, что сюда стоит идти чуть позже. Мне рано туда идти. Поэтому сходим чуть позже. Потому что если я сейчас 28-й возьму, то в Ashen Vale вообще уже, наверное, все серые будут ко мне. По отношению ко мне мобы, и я их убиваю, мне опыта не будут давать. И как мы, короче, туда пойдем, сейчас скажу. А, мы прилетим в Crossroads, побежим сюда. Здесь возьмем квестик один, может быть, уже два там есть, не знаю. И дальше побежим делать его. Соберем вот эти квесты, что тут отмечены. Возможно, здесь еще квесты где-то будут. Вот здесь вот квест есть, не знаю, кто это. Это, скорее всего, эскорт. Вот здесь квест у нас показан. Это там есть... Ну, там не подземелье. Хотя нет, там подземелье, по-моему. Здесь просто не указано, но там реально подземелье. И там в подземелье, скорее всего... Или это вот это подземелье, не знаю. В общем, там эскорт есть. Мы его попробуем сделать. Я думаю, народ везде есть на этом сервере. Вообще везде. Сегодня я позже немножко начинаю играть. Вот видите, онлайн сегодня 7600. Потому что на сервере 4 утра уже, 4 ночи. А у меня сколько сейчас? У меня, наверное, 10 часов вечера или 11 скоро будет. Да, 10 часов сейчас.
Поэтому часа три, наверное, поиграю сегодня. Ну, главное, в инст сходить и все. Задача в инст и взять... Ну, 28 с половиной, наверное, левел возьмем все-таки. Как я уже говорил, в Black Phantom Deeps все квесты берутся, как бы, два квеста в инсте. Один я можно взять в инсте, другой выпадает с секретного, ну, там, с рарника или дополнительного босса, как хотите называйте. То есть там есть, как бы, это, по-моему, не рарник, просто не все его убивают, он там под водой плавает просто в пещере финальной. Просто некоторые идут только главных боссов убивать, а его не убивают. Ну, так как я буду танк, мы все, всех убьем, так что... Танк — это лидер, в общем, куда я иду, туда и все идут, поэтому не проблема мне это сделать будет. Так, прилетели, вот этому чуваку мы что-то принесли. А, сердце, короче, волка. Сэмпл, короче, чтобы он тренировался. Сэмпл. 110 опыта получили, ерунда, но я сдал квест, потому что, чтобы слот освободить. Мне-то пофиг. Вот тут, кстати, еще какой-то квест дадут чуть позже, я смотрю. Так. Теперь летим сюда. Судя по всему, здесь и новый квест у нас есть. New or Sample. Возможно, это старый квест. Посмотрим. Это тот Blood Shard сдавать квест, когда получаешь баф какой-то. Возможно, это тот квест, поэтому... Этот квест я не буду брать. Какие у меня руки красные, ужас. Да. Ну ладно, это бывает. Это уже не первый раз. Просто если вебка определяет тебя уже красным, то она всегда будет... Ты всегда будешь красным. Может быть, комп стоит перезагружать? Видите, вот смотрите, я делаю так. Я нормальный какое-то время, а потом становлюсь снова красным. Ну ладно, пофиг. Так, а что в Агримаре у нас? Так, это ерунда. Там для инженера, да, что-то? А, в Гномриган, наверное, там квесты. Реально, мы же можем в Гномриган тоже ходить. Для нас есть там квесты, вроде как... Сейчас посмотрим. Гномриган для Орды. Да, так, это в Бути Бэй берем. Это в Гномриган. Вот, в Агримаре. Скорее всего, вот этот квест. 35 уровня квест. Но штаны крутые для танкования. 7 дефенс и много армора. Больше, чем обычно. 391 армор. У меня, например, 150 сейчас. Но это еще не скоро будет, конечно. Гномриган сложный квест. В смысле, инст. Так, где тут какой-то типа квест должен быть? Сейчас посмотрим. У меня указывает, что вот здесь слева. Посмотрим, так ли это. Это там орк бегал или кто? Да, вот у этого. Посмотрим. Он тогда был недоступен. Я сейчас качнулся немного. Но это может винст какой-то. New or sample. Thousand needles. 1000 игл. Ну, мне туда пока не надо, но я знаю, что здесь квест есть, в Тандербляфе есть квест, туда еще где-то, то есть туда миллион квестов можно собрать, потом выполнять. Ладно, идем делать вот этот квест, который снизу у нас, чуть южнее. И там есть еще, вроде как, можно взять еще один квест, нам показывается, что можно. И потом можно до лифта этого дойти, там чувак, просто ему что-то принести надо, но я в 1000 игл пока не пойду. Да там просто зона такая, что как бы рано. А, хотя с 25-го написано, но все равно рано. Я лучше на 30-м туда пойду. Не хочу туда пока идти. Ладно, побежали. Сейчас поставлю ровно, куда бежать. Вроде вот так вот можно бежать. Ой. Опа, с сегодняшнего дня я могу бегать. А, я знаю почему. Я же тогда использовал OBS. И из-за ОБС я бегать не мог. Теперь я могу вот так вот нажимать, и он бежит, короче, Таурен. В прошлый раз он меня всегда останавливался. Вот такие дела. Хотя сейчас, смотрите, он тоже остановился. Я не знаю, что это зависит, но раньше было хуже, сейчас лучше. Раньше я не мог вообще бегать, кликая по земле. Сейчас вот можно пробежать, но все равно корова останавливается почему-то время от времени. Поэтому я зажимаю... Numlock кнопку на клавиатуре, и мы можем бежать этой кнопкой. Я думаю, она в хоткее где-то висит. Да, авторан, вот она. Или если четвертая кнопка на мышке есть, то Mouse Button 4, то же самое, авторан будет. Так, а что у нас новых скиллов? Я там что-то изучал вроде.
Charge новый, который больше генерирует ярости, это прикольно. При том, что я думаю, что это даже не последний Charge, будет еще более сильный. 15 ярости, наверное, будет делать, создавать нам. Ну, это прикольно. У меня как раз ярости мало. Я думал, блин, что делать? Я забыл двуручку какую-нибудь купить, тогда было бы можно быстро качаться. Забыл просто. Ну, реально надо было на аукционе посмотреть, потому что с двуручки намного быстрее я качался бы. Ну ладно, я типа в роли протвара, можно же тоже так играть. Я типа вживаюсь в роли, всегда теперь со щитом хожу, даже когда качаюсь. Так. Тут у нас плащ, да? Рыба есть, поесть. А плащ-то за квест дали. Надо было продать. Ну ладно, место у нас есть. За нами какой-то шаман увязался 21 левела. Как у нас там, кстати, майник? Майнинг 100 с чем-то я его качнул, да? О, ровно 100, да? Прикольно, 100. Мне надо 125. То есть не так много осталось. Можно, кстати, сильвер попытаться выкупить. У нас все-таки есть уже золото дополнительное. Так, нам вот туда надо сходить. Ровненько туда. Так, пока бежит на секунду, надо тут кое-что сделать. Так, окей, готов я. Как раз дошли. Так, надеюсь, тут народ будет, так что можно будет с кем-то вместе поделать этот квест. Так, у нас тут есть Тин. Наверное, не Тин, правильно называть его, Тайн, я не знаю. Или Тин, правильно я все-таки говорил. Наверное, все-таки Тин. Тин Орер. Правильно произносить. Скилл 101. Замечательно. Пинг сегодня 106. Еще лучше, чем раньше. Ну, народу просто не так много. Когда народу 1011-10, то, конечно, пинг немножко хуже становится. Но такое ощущение, что только у меня, например. Потому что другие люди нормально как бы играют, не жалуются. Так, ну что, идем туда. Сейчас квест возьмем. Там в палатке чувак, насколько я помню, сидит. Вот и к нему надо подойти и взять квест. И походу этот квест тоже сюда, там просто надо главаря убить или что-то такое, то есть. Ну, кстати, не все игроки это знают, поэтому некоторые просто ходят, этот квест делают. Но если все аддон поставили, конечно, они будут знать. Так, ладно, давайте бить его. Что-то он, по-моему, стреляет, только отошел, он уже выстрелил. Нельзя же так близко стрелять, это глюк какой-то. Да, он так стреляет. Кстати, у меня может замедление. А, нет, просто урон. На 14 секунд теперь Thunder Club работает. Просто урон увеличился. О, сразу с одного все выпадает. Так, вот здесь чувак сидит, да? Да, внутри. Как я и говорил. Вот там может быть еще минерал, а? Может пройти чуть-чуть. Tears of the Moon. Tear of the Moon. Это, походу, не здесь. Да, я вовремя сюда пришел. Так, как называется The Tear of the Moon? Я хочу посмотреть, где делать эту ерунду. Так. А, да. Внутри чувака, короче, надо найти. И убить. Он здесь находится. Просто почему-то не показывает квест. Но находится он здесь. Или вот здесь что-то еще есть.
Crow. А, это внутри мы уже квест взяли один на РФК. Так, ну что, добыли мы 102 уже скилл, прикольно. Качается скилл. Идем на... А, подождите, сюда надо, наверх. Идем наверх. Вот сюда. Ага, мы лучше зачаржимся у него. Никого нету, я походу один буду делать. Тут всегда народ, если есть, то есть. Внутри навряд ли кто-то будет. Так, они убегают или нет, мне надо узнать. Нет, не убегают, это хорошо. Люблю, когда они не убегают, можно их нормально убивать. Так, тут почему у меня бой так долго остается после того, как я убиваю их? Да, никого вроде нету. Ни справа, ни слева. О, у нас еще выпал Lesser Moonstone. Это все для квестов, Blood Shard. Тинор сюда. Это все на продажу. Ну, квесты и продажи. Трифлмена убиваем. Дроп вообще крутой. Может быть, даже отнести стоит этот квест? Или не стоит? Может быть, просто сюда тоже дадут квест следующий. Но здесь этот уровень 30-го квест, который дали мне в палатке, но он на самом деле не сложный, просто там чувак высокого левела, которого надо завалить. В общем, сам по себе чувак сильный. Кстати, они мне урона особо не наносят, эти чуваки. 23 наносят, сейчас по 16, когда дебаф кинул. 16-18. О, рарник у нас. Интересно, а что с рарника может выпасть? Офицер. Но он, кстати, нейтральный, он не нападет на меня. Прикольно, давно никого не было здесь. Я тут первый, поэтому могу рарника убить. Я думаю, только сейчас воды попью. Так, а это не убежит, надеюсь, солдат? Не, наверное, не убежит. А, перевязка есть, давайте. По 43. Сколько он установит? 301 здоровье может установить. И заточить надо тогда, короче, оружие еще. Кстати, более лучшая заточка скоро откроется. То есть больше урона у нас будет. Интересно, какое у меня сейчас разрешение стоит? Ну, это неправильное разрешение. У меня, конечно, не такое разрешение. У меня разрешение десктопное. Давай, добивай. Чё ты попасть не можешь? Вообще урона как будто не наносим. Так, сейчас экзекьютом. 15 он стоит. Наносит 125 урона плюс 3 урона за каждую ярость. Хорошая тема. Что, попробуем его? Мне кажется, он будет сильный. Я тогда сейчас полностью здоровье восстановлю. Да. Сейчас еще посмотрю, чтобы никого сзади не было, никто не запулил. То есть, что он должен быть мой. Может быть, синька выпадает в бое. Мало ли что. Будет приятно, если выпадет. Все-таки 25 уровень. Посмотрим. Ну все, я готов. Чаржимся. По первым ощущениям... О, да, урон у него, конечно, большой по мне. Надо В еще кинуть. Меньше урона мне было. Я ему все армор снижаю. Тогда больше урона ему нанесем. Экзекьютом сейчас добьем. Вроде и урон, короче, он сильный наносит, большой. Ну и все на этом. Так, ну что выпало? Бутылка алкоголя выпала. Еще бочонок алкоголя. Короче, тут один алкоголь выпал. Да, 5 видов алкоголя. И щит выпал. Щит хуже моего, но можно продать. Хотя кому он нужен? Две ловкости, как бы, никому не нужны. В общем, ерунда.
щит плохой. Зато баф можно сейчас использовать. Идем, короче, вниз. Нам надо чувака найти на этот квест. Посмотрим. Ну, как бы мы почти сюда дошли, и мы его запулить можем. Просто там несколько чуваков с ним будет. И мы, короче, скилл прожмем. Ретолейшн, вот этот. Контратаку, который дает. Ой, а рефил манта убегает, оказывается. Надеюсь, не позовет он никого. Не хочу за ним бежать. Никого не позвал. Сейчас мы добьем его. Но они почти урон мне не наносили. Смотрите, 400 здоровья мне снесли, но это реально мало. У меня двойной опыт еще есть, кстати. Чуть-чуть не играл я, но двойной опыт до сих пор еще держится. Книжка какая-то тут. Так, я аккуратно захожу. Так, надо его отсюда убрать, потому что он убегать будет потом, когда мало здоровья. Поэтому мы его отведем обратно. Назад. Я ему замедление кину, чтобы далеко не убежал. Так. Нам вот, по-моему, эту коробку надо открыть. То есть можно даже чувака не убивать, я так понимаю. Так, этого сагрили, окей. Те не сагрились, так что все нормально. По одному я любого убью, даже этого 30-го. Потому что у меня есть скилл вот этот. С этим скиллом можно любого убить. Даже двоих-троих сразу. Но будет как бы опасно, надо полное здоровье всегда, чтобы было. Вол выпадает с них иногда еще. На перевязке мне как раз. Так. Ну что, давайте. Надеюсь, он один запулится. Да, он один. Убегает, кстати, почему-то. То ли он застрял просто. Так, теперь пуляем этого рифлмана. Тоже он один, так что все нормально. Аккуратненько вот так сейчас все пройдем. Главное, чтобы сзади еще не респавнились чуваки, потому что будет очень фигово. Если я не успею и сзади начнут респавниться, придется быстро пулять, попробовать убить и забрать сундук. Я, наверное, двуручку куплю, я не могу уже бить. Я телепортнусь в Тандербаф. Там мы тут сюда делаем. Или полечу туда, неважно. Нужна двуручка, реально вообще никакой урон. Ну, как бы я выживаю, окей, но урона нету. А что-то они не... А, это офицер. Офицер, короче. Он не убегает. Так, ну сколько их тут? Много. Их много. Попробую солдата тогда запулить. Может быть, одного можно запулить. Ой. У нас тут... Ой, генерала запулил я этого. Тогда придется вот так действовать. На них дебаф. Будем пытаться убивать. Ну да. У меня просто мало здоровья уже. Я его замедлил даже, вдруг он убегать начнет. Может быть, он трусливый. Да, но убиваю я его. Что с него? Ничего с него. Может быть, есть другой квест, не знаю. На него, но пока ничего не выпало. Так, и надо сколько? Троих еще убить.
Убьем. Надо только быстро сейчас пить, есть. Не тормозить, в общем. Чтобы дальше вот эти чуваки не отреспавнились. То вообще будет проблема большая. Может быть, ферну и попробую залутать. Тогда такой вариант будет. Просто у меня уже такое было здесь, когда я один раз был. Не успевал я, короче, их убивать. Ну, раньше респауны были побыстрее все-таки. Здесь довольно-таки медленно респауны. Я успеваю все сделать. Так, погнали. Пуляем солдата. У нас офицер, офицер один. Два офицера, двоих сразу надо будет. Ну так, а какие левелы? 26, 26. Ну да, это посерьезнее. Солдата 24-го. Солдат мелкий. Я зачаржусь даже, и мы быстренько их убьем. Ну, они мне много наносят, на самом деле. Так. А, надо через клифф сейчас надо было убивать их, на самом деле. Тогда второго я уже почти бы убил. Через клифф. Так. Но этого я успеваю убить, так что все нормально. Зашибись. Добивай, давай, экзекьютим сейчас красиво так. И сразу лутаем, быстро лутаем, прям мгновенно. Что может босс отреспавниться и все. Даже если я попытаюсь фернуть его, может резист сработать и все. Но сейчас можно выбегать, я не думаю, что я буду прям чистить сейчас обратно все. Вот и генерал, кстати. Побежит на меня или я должен сдвинуться с места? А, они, походу, не нападают, когда респаунятся. Главное не двигаться. На офф-сервере такого не было. Там сразу нападали. Здесь, конечно, недоработка небольшая. Надо что-то им делать. Ну, там уже отреспаунились. В общем, сейчас я буду убегать. Я, наверное, вот эту стойку делаю. И сейчас буду убегать. Да, просто убегаем. Можно Alt-1 фернуть их. Да, фернем. Здесь, правда, еще их много. Они меня замедлили, я просто не могу уже убегать никак. Но у меня еще есть Last Stand, так что... Сейчас посмотрим. То кого. Тут хант еще тоже. А, уже появились чуваки. Вар еще какой-то. Так, сдаем этот квест. Потом тут другой надо еще по дороге пробежать. Сдать. Так, а где чувак? А, он тут немножко отошел. Все, больше нет квеста, да? Ну окей. Замечательно, сделал этот квест. И дальше... Так, что дальше? К лифту идти или туда? Вот в чем вопрос. Ну сейчас посмотрим. Ой. Че я не ту кнопку нажал? Клавиатура сдвинулась. Так, а мы здесь не пройдем, надо через верх идти. У меня столько ярости было, что я два раза прожал shield блок. У меня скоро будет апгрейднутый, improved shield блок. Вот, такой вот. Буду лучше танковать, лучше
урон держать, так что, в общем, все супер будет. А вот Ханту здесь делать нечего, честно говоря. Ну, чисто этот квест он сделает, окей. Но вот если он второй возьмет в палатке, он его не сделает, конечно. А ну, один не сделает. Если будет команда, он сделает, конечно. Ну ладно, наверное... Сейчас. Наверное, к чуваку побегу, потому что вдруг он еще один квест даст. А после него я побегу вниз к лифту. Еще посмотрю, что вот это такое. Это, я так понимаю, внутри инста. То есть и там нету квеста никакого, это просто надо внутри инста забежать и все. И квест там. Ладно, побежали. Ну-ка, потестирую. Ну да, бежит корова. Пока бежит. Надо просто потестировать, как работает. Да, работает вроде как. Сейчас проверим. Да, какой у нас тут вар крутой. На огромном-то уровне. Да, работает все. Не сбивается, в общем, бежит и бежит. Замечательно. Сколько квестов уже здесь показано? Вот это вот эскорт квест. Там квест, здесь еще квест, тут там квест. В общем, огромное количество квестов. Ну, сходим потом. Сейчас будет у нас Ocean Whale, как я и говорил. Только двуручку куплю какую-нибудь себе. Да, потрачу много золота, но... Наверное, куплю. А, Destroy the Flying Machine. Теперь нам дали взрывчатку, мы взорвем. Я уже знаю, где, я уже видел, как чуваки это взрывали, поэтому... Это не проблема. Как у нас тут онлайн в гильдии? Мало, 5 человек. Что поздняя ночь. О, вернее, раннее утро. Ну или поздняя ночь, смотря кому, в каком регионе. В России же большая. И не только Россия. О, у меня динамит есть. А, это чисто для квеста. Окей. Кстати, я продал ботинки за золотую. То есть я выставлял 99 и сказал, что это хорошая цена. Реально купили. Соответственно, можно сделать вывод, что реально выгодно, то есть, выставлять что-то на аукцион. И люди покупают, поэтому я буду почаще что-нибудь ставить. Ну, реально вот стоящее, пока что не вижу. Но вот вейст этот, например, агилити, это хорошо. Но если вместо спирита было бы 5 стамины, ее в этот можно за золотую ставить реально, выкупили бы. Но вот именно такой, я не знаю, кто купит. Ну, кто-нибудь, может быть, и купит. Но не по такой цене, не за золотую. Там пол золотой, 40 серебряных. И то, наверное, не с первого раза. То есть, первый раз, может быть, фейл будет и вернется покупка. А вот со второго раза, может быть, с третьего. То есть, ты будешь терять депозит, который там ставишь на аукцион. То есть, если шмотка не продается, депозит не возвращается. Поэтому это потеря денег. А любая шмотка, она довольно много. Там 5 серебряных, например. 5-10 серебряных может залог быть. Соответственно, один раз не продал, то два раза не продал, уже 20 серебряных. Ну, как бы, кажется, мелочь, но все равно что-то минус. И потом еще 5% у тебя забирают. В общем, полный развод. А здесь только на 24 часа можно поставить максимум шмотку. Не на 48, как потом сделали в Burning Crusade. Burning Crusade. А в оригинале так и не было, да. Поначалу, даже когда оригинал выходил, у каждого города был свой аукцион, он не был вместе соединен. Потом их вместе соединили Агримар, Тандербласт, Андерсити. А до этого такого не было. Такие дела. Так, ну что, а сколько там за тот квест нам опыта дали? 200 и 20 серебряных. Сейчас посмотрим, сколько за этот квест дадут. Этот квест самый легкий из всех, что были. Просто прийти, поставить взрывчатку. Все, миссия выполнена. Давайте, кстати, выпьем что-нибудь алкогольного. Если много выпить, то, конечно, камеру там качает и все остальное. То есть ты не прямо бежишь, вот как сейчас. Она немножко вправо. Вот сейчас она немножко... Вот сейчас она нормально идет. То есть я... Да, вот сейчас нормально бегает. Иногда немножко и косит ее вправо-влево. Так, что это? Тренька, да, фингер.
Ой, какая тренькая. Ринг, кольцо. 200 тоже дали. Все, короче. Ладно, я тут квест, наверное, не пойду вообще делать. Нафиг надо. Давайте тогда. Телепортируюсь. А почему у меня квест исчез? То есть там был указан квест, сейчас нету квеста. Не знаю. Видимо, лаг. Лаг. Реально лаг. Так. Все продаем, наверное, здесь вообще ничего мне не надо. Ремонтируемся, продаем и идем сразу же в Crossroads, потом пешочком там пройдем, квестик один возьмем. Ну да, что делать? Двуручку только посмотрю. Смотрите, 10 серебряных у нас. Ой, 10 золотых. Можно, например, раскошелиться, двуручку взять. Но если бы я ее покупал, то я бы брал 27 левела, то есть. Так, смотрим, экс двуручный. 6 серебряных. Короче, ей шанс наложить 130 урона на 30 секунд корового течения дополнительное. Довольно быстрая пушка, 2,7. Не знаю, это хорошо или плохо. Давайте посмотрим мечи. Может быть, мечи есть. Просто еще же скилл надо будет прокачивать. 21 урон, да. Ну вот, кстати, неплохая вещь. Он хоть и зеленый. Я, наверное, куплю. За 95 хорошая цена. 95, 8 стамины, 8 силы. Реально очень подходит мне. Давайте купим. Главное, что урон больше, чем с одноручкой, и все. Именно 27 уровень. То есть самая лучшая зеленка на 27 уровень, грубо говоря, у меня. Что, давайте. Так, Lesser Stone я в банк кину. Вот у меня Lesser Stone есть. Так, одеваем. Эти шмотки надо всегда куда-нибудь сложить, чтобы случайно, как бы, я их не продал. То мало ли что. Продам и все. Как танковать буду, не знаю. Придется покупать что-то. Вот такой у меня меч. Пойдем, полетим в Crossroads. Ну, скоро левелап. Сколько осталось? 7 баров. А реально скоро будет левелапчик. Так, идем в Crossroads. Идем в Crossroads. Ладно, пока летим. Сейчас я тут прервусь.
Так, прилетели, побежали теперь. Здесь у нас ничего нету, походу, никаких квестов, ничего. Давайте просто посмотрим, мало ли что у кого-то какой-то квест. Не, никого нет. Бежим, короче, вон туда. Почему она останавливается, не могу понять. Это реально, она останавливается. То есть, потому что я далеко туда вот нажимаю, или почему она останавливается? Я ничего не жму. Ничего, все нормально. Опять она остановилась. Ладно, через кнопку буду бежать. Не знаю, какие-то глюки, то ли из-за того, что у меня запись видео идет. Почему-то какие-то проблемы возникают. Ну, значит, какие планы? Берем там квест, попробуем его сделать. Возьмем эти квесты, попробуем что-то здесь сделать. Вот этот квест можно делать. Вот там эскорт. Здесь можно взять квесты и сюда вот дадут. То есть, окей. И потом Black Phantom Deep пойдем. В общем, план такой. Посмотрим, как на самом деле, если там прям все квесты такие серые уже. Может быть, и делать не буду, не знаю. Мне просто сама локация никогда особо не нравилась. Тем более, там, наверное, ганг будет какой-нибудь, не знаю. В общем, нет у меня никаких чувств к этой локации, поэтому не люблю там делать квесты. Если бы она мне нравилась, я бы, конечно, сделал, но просто локация такая веленькая. Так, а что на другой стороне? Ну, там Террен Милл мы практически все сделали, там чуть позже квесты будут, когда Вольтерак Маунтинс нам дадут квест. Ну, там есть у нас один квест, я его не доделал. Это мы все сделаем, окей. Ладно, бежим. Вот эти варлок то же самое, туда же бежит. Ему по пути вроде. А тут чатик живой, кстати. Я был в городе, там не такой живой чатик вроде как был. А, мне же надо сейчас тогда качнуть оружие. И чтобы потом там не дохнуть, давайте на этих качаться здесь. Что еще делать? Скилл какой у меня? 4, да? Ну да, никакой скилл. Так что надо идти просто и всех пулять, чтобы скилл качнуть. Ну он быстро, конечно, качнется. Но все равно ж надо качать его. Он 12 килл уже. Оружие не такое быстрое, еще и качается медленнее. Прокачка скилла зависит от скорости, поэтому... Было бы быстрое, было бы все по-другому. Как лев назад убежал. И это тоже, что это за глюки такие. Неужели так должно быть? Мне нравится еще, когда мечом вот такие вот остаются следы, когда атакуешь мечом. Выглядит прикольно. Так, ну мы идем сюда, да? Сейчас проверю, может быть, минералы будут заодно. Подойду поближе сюда. Чаржимся. Я Сандер вешаю, потому что Сандер не наносит урона. Я не хочу быстро убивать. Я хочу скилл прокачивать. Сандер тоже, когда мимо попадает, то скилл все равно же прокачивается. Или попадает, или не попадает, неважно. Скилл качается. О, зебра. Ну да, урон намного выше двуручкой. Больше ярости делает двуручка, создает. А еще с вот этим скиллом, который контратаку делает, то вообще супер. Прикиньте, какая контратака двуручкой каждый раз. Да не одна ручка слабенькая. Ну та одна ручка была хорошая, нам просто уже давно надо было менять ее. И вот настал тот момент, пришлось, ну как бы я танковать буду. С той одноручкой, но все равно надо искать замену уже давно. Так, здесь квест мне не давали, это чуть дальше. А здесь слева квест, это что? Это, я так понимаю, Warsong, просто на БГ надо сходить, там квест. Ну, если я правильно понимаю, там же Warsong у нас. И награды можно посмотреть, по-моему, они здесь продаются.
Давайте зайдем, просто посмотрим, что за награды на 60 уровне меня ждут, если они здесь есть, конечно. Ферма здесь у нас, кабанов этих, и мальчик такой надсмотрщик с палкой стоит, смотрит. Выращивают кабанов. Да, вот сюда, наверх проход. И там, короче, квест участвовать в бою и победить, я так понимаю. Или просто участвовать. Скорее всего, победа. Сейчас посмотрим. Может быть, тут кто-нибудь будет еще с крутых чуваков. Они здесь очередь, может, становятся. Раньше тоже надо было очередь становиться именно вот в этих местах. Нельзя было с города становиться в очередь. И правильно, кстати, была идея. Было прикольно. Лучше бы и сейчас так сделали. Хочешь на БГ, иди бегай. Беги в то место, где надо. То есть не в городе, а... Беги. Enter Warsong. Defeat Alliance. Gain Warsong. Mark of Honor. Bring it to the captain. Ну, короче, надо... Без разницы, проигрыш или не проигрыш. Просто надо участвовать в одной игре, получить одну марку, принести ее ему. Все. Квест состоит в этом. Ну, можно было пойти, но я не хочу, честно говоря. И вообще нет желания идти на БГ. Я понимаю, что там будет. Я никого не убью особо. Там будут крутые чуваки 29-го. Твинки всякие и все. Ничего с ними не сделать. Хотя на БГ очень сильный шаман на самом деле. Если его топово одеть, он реально очень крутой может быть. Ну, поначалу, конечно, Рога крутой, но потом со временем Рога не такой становится сильный. Потому что он не успевает за кулдауном кого-нибудь убить и все. Кто-нибудь отлечится, как типа шаман. Если он отлечится, то все. Его не убить уже. Придется уйти в стелс, подождать, пока кулдаун его становится, попробовать еще раз. Что-то типа того. Так, а где там чувак? Походу вот этот был, да? Кедрак. Да. Открыть надо, вот он нам репорты дает. Три репорта. Надо эти три репорта вручить чувакам. Первый чувак, я его тогда нашел. Ну, а другие чуваки очень далеко были, поэтому я решил не делать. Ну да, вот один чувак находится здесь. Другие чуваки вот там. Так, ладно, давайте. Смотрите, уже... Айрон, я думаю, почему здесь... Никто не собрал. Здесь народу, наверное, ходит огромное количество. Так, ну вот кто-то мертвый лежит уже. Я не знаю просто, куда идти, честно говоря. Где-то, может быть, здесь квесты есть справа. Я хочу проверить просто. Может быть, тут поселение небольшое. Я просто помню, что-то такое было. Палатка где-то стояла, и там можно было брать квесты. А здесь я не помню. Я просто посмотрю, что здесь. А, ну здесь типа лесопилка. Здесь ничего нету. Еще один айрон, нифига себе, два айрона в такой локации, только начало какое-то. Видимо, никто не может их собрать, они давно уже здесь. Ну вот, нужно скилл качать, так бы я собрал, забрал себе. У меня 102, да? 23 скилла надо качнуть. Но это не так много на самом деле. Не так много. Ну что, идем туда. Кто у нас слева? А это метка ханта стоит. Ну, надо по дороге идти, здесь нет ничего. А, вот чувак. Хорошо, я сюда зашел. Хоть и квест серый, но я все равно его сделаю. Мне кажется, еще где-то квесты должны были быть. Не только того чувака. Так. А, это эскорт квест. Прикольно. Давайте делать. Эскорт, так эскорт. Там он еще квест. Но это быстрый эскорт. Он хоть бежит, не надо ждать его долго. Блин, хотя я убивать буду очень медленно. У меня же скилл не прокачан. Я еще сдохнет он. Ой-ой-ой. Так, а куда мы бежим? Че, он сюда бежит, да? Здесь какой-то шаман. Еле убивает.
Смотрите, как у него вейпоинт далеко был. Но только не пуляй, чувак. Пожалуйста, не пуляй. Бля, реально не попадаю. Ну чё, скилл качается, 31. Качнём скилл. Смотрите, шаман и я. Ну, я почти не попадаю, а шаман практически умирает. Но у меня, конечно, уровень-то выше, 27. Но все равно шаман какой-то плохой, еле справляется. Но этот хоть NPC не такой как бы калечный. То есть он нормальный урон наносит. Вернее, не урон наносит. У него здоровья хоть много. Что мог попасть какой-нибудь калеч, который сразу бы погибал. Но это нормальный чувак. Он даже добил ее. Смотрите, какая-то одна ручка выпала у меня. Но она все равно хуже, то, что у меня есть уже. Ой, сколько их тут. Это все, походу, по квесту моему появились. Что надо их убивать, сейчас они вернутся обратно. Так, этого чувака бьют, ну-ка. Таунтить хочу его. Получается затаунтить. А еще, походу, вот это стреляет. А нет, не стреляет. Ну-ка, буду таунтить, короче. Ну да, я, конечно, уровни наношу, я попасть не могу по ним. Но я не сдохну. Ой, вернулись эти чуваки. Все, эскорт провален. Здесь наоборот надо было, наверное, в проте идти, и тогда было бы все нормально. А где у нас... Ой, как далеко. Как тут бежать еще, я даже не знаю. Да, надо было, короче, оставить старое оружие. Ладно. Я знаю, где он, наверное, отреспавнится. Попробую еще разочек. Потому что эскорты я люблю делать. Интересные квесты, необычные хоть чем-то. Потому что квесты в основном в Вове, в оригинале, они всякие, как, ну, как бы скучные. Потом немножко поинтереснее сделали, но уже потом переборщили. С катаклизма квесты, конечно, уже такие бредовые стали. И поэтому, ну там все бредовое уже стало. Катаклизм полностью убил игру. Лич Кинг уже начинал разрушать игру. Особенно, когда они ЛФГ начали вводить, вот эту всякую ерунду делать. Ну а катаклизм полностью уже добил, короче. И все было круто вначале, типа мир поменяется. Но потом оказалось полная ерунда. Че, я реснусь? Тут чувак тоже скоро реснет. Смотрите, какой сундук в воздухе прям. Я еще на него встать могу. Ну там просто снизу, наверное, какой-то стол виден, да? Когда ты играешь по-нормальному, то он прорисовывается. Сейчас я в духе и не видно его. Не ожидал, что я погибну. Но там просто шаман дрался. Ну, если бы он больше поубивал до этого, то было нормально. Но походу он даже умер, или он успел убежать. Реально, столько народу там появилось, просто жесть. Надо было в проте быть. И вот сейчас, кстати, будет нормально. У меня есть скилл Alt-1, нажму. И контратаку сделаю. А, он в батл-стойке, окей. Ну, поменяю стойку и заюзаю скилл, это не проблема. Там еще надо резнуться где-нибудь в безопасном месте. Да, неудачно я зашел. Но квест хочется сделать. Что доделаю его сейчас. Так, ну что, может я уже не красный? Все равно какой-то красный. Что изменилось, не могу понять. Да вообще ничего не изменилось. Не знаю, что поменялось. Я сижу, как и вчера, как бы. Сам я не красный, не знаю. Бред какой-то. Настройки. Ну вот бывает, веб-камера именно почему-то так работает в какое-то время.
Или потому что у меня майка белая, не знаю. И поэтому моя кожа кажется красной очень сильно. Скорее всего, это майка белая, мне кажется, из-за нее. Так, значит. Берем мы. А, ну я в этой стойке буду. А чё оружие не меняется? А-а-а. Типа я могу вот так сделать. И теперь я могу, да? А чё оружие не одевается? Глюк. Я без оружия бегаю. Ну-ка, reload UE. Или релок надо делать. Реально, что-то оружие не отображается это. А где чувак этот был? Он был здесь? Или он был чуть дальше? А, он, походу, вот здесь был. Или нет? Не знаю. Ладно, релок надо все равно делать. Наверное, вот здесь он был. Что-то с оружием случилось, не знаю. Я даже не передвинуть не могу оружие. Это какой-то баг, скорее всего. Сейчас перезайдем, короче. Ну, все-таки приватный сервер, есть баги. Здесь можно писать, тут есть типа поддержка, можно написать, и они типа исправят. Но, блин, время тратить. Я даже не знаю, как описать эту проблему. Просто видос им показать, вот это будет лучше. Так, чувак тоже на эскорт, или мне кажется?